Привет, друзья! Вот в этом контейнере у меня сейчас временно живет морской кролик. А его мамаша с икрой помещена сюда вот в этот временный отсадничек на 60 литров. Кто такой морской кролик? И почему морской кролик? Я вам сейчас расскажу. Вы, наверное, подумали, что это мраморный рак. Это мраморный кролик. Как кролики расплодились они у меня в травнике. Всего лишь одного рака. И закапываются в грунт, как кролики норы роют. Так что это не мраморный рак, а мраморный кролик. А вот такого рака я достал, когда разбирал травник. Этот рак у меня в травнике был совершенно один. А теперь взгляните сюда. Что он прячет у себя под хвостом? Вот так размножаются мраморные раки. Посадим его пока что в воду с травой из того аквариума. Итак, друзья, вы своими глазами видели, что может натворить в аквариуме травники всего лишь один единственный мраморный рак за 3-4 месяца жизни. Он, конечно, не повредил травник, но однако размножился там почкованием, что ли, и насорил своим многочисленным потомством. Конечно, мамашу с ее дочкой я удалил из этого травника. Они были относительно крупные. А тех же рачков, которые были размером с креветку, удалить из этого аквариума, из грунта я не смог, так же, как не смог удалить из этого грунта вот этих меланий, которых здесь также размножилось превеликое множество. Во вновь собранном травнике мне мраморные раки совершенно не нужны, так как я не представляю, что могут там натворить несколько мраморных раков, когда подрастут. Итак, друзья, жду ваших советов, комментариев, как можно избавиться от мраморных раков вот в этом аквариуме, при этом не навредив самому аквариуму и не нарушив его биобаланс. На этом до свидания. Жду ваших комментариев.